Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я, более известен как Вован на этом канале. Я хочу вам сказать просто в целом, просто в короткой форме о том, что этот канал немножко поменяется. Я хочу переназвать канал, теперь он будет называться Репликор в честь моего никнейма, который я использую в музыке, честно говоря. То есть я в целом буду видео также просто представляться как Репликор. Вот так, в первую очередь. Я хочу поудалять некоторые старые видео, там именно насчет тех просто, которые засоряют канал, я бы сказал. Да, если такие в целом, честно говоря, да, тем более роликов более 1000. Что я хочу, честно говоря, сделать? Я хочу заняться контентом более серьезным. Я хочу на днях сделать полноценный обзор на Doom. Начать, то есть, с чего-то классического, с того, что вы видели на моем канале чаще всего. Это, конечно же, мой любимый и вами любимый Doom. Я хочу сделать на него полноценный обзор, и он будет на английском. Он будет на английском, я надеюсь, что это не проблема. Если и так, то можно будет в целом просто вести субтитры. Много чего и так поменялось в целом за последние годы на этом канале. Поменялся звук, он стал лучше. Теперь у меня еще и появился микрофон, хоть и от наушников, но в целом просто, как бы то ни было, контент должен стать серьезнее. Название канала поменяется. И просто пусть именно этот ролик и станет тем самым переменным моментом. Тем самым моментом, когда все начнется интереснее. Я не хочу засорять канал как раньше. Я хочу подойти ко всему просто серьезно, более серьезно, заняться чем-то поинтереснее. Потому что я понимаю, что такой контент смотреть 24/7 просто нельзя. Нужно что-то более привлекающее, что-то заинтересовывающее, что-то такого уровня. В последнее время у меня было гораздо меньше активность на канале, я больше выкладывал музыку, и то не абсолютно всю. Причина этому то, что более сложное время началось, в плане того, что, да, учеба, я окончил школу уже за это время, и дальше идет только университет. С ним, вы понимаете, все будет туго, контента в разы меньше. Не то, что в разы меньше, я, скорее всего, на целый год приутихну. Даже не знаю, захочу заняться роликом, сделаю, но, скорее всего, просто буду очень сильно задолбан. Будет прям как в этом году. В этом году я просто все время хотел спокойно взять и отвлечься от всего. Отвлечься и просто побыть один в какое-то время. Как бы то ни было, канал будет переназван. Я займусь контентом серьезнее, еще раз, как вам скажу. А этот ролик — переломный момент. Всего хорошего! И надеюсь только на то, что канал будет гораздо лучше развиваться, что вам будет только интереснее на новом канале, можно сказать, по названием Репликор. Как-то так.